не брит, колюч, причем не только внешне. Живущий вопреки, наоборот, мне кажется порой, что я не здешний, я из других каких-то там широт. Теперь другие фразочки крылатые и часто те, к которым не привык, другие фильмы, книги и цитаты, но что страшнее всего, другой язык. Язык Толстого, древняя воронка, и я сижу в ней, преданность храня. И вдруг 20-летняя девчонка сказала мне, что я, мол, ня-ня-ня. И я застыл, как будто у обрыва. Так обо мне, и это все не сны. Но зацепила искренность порыва. И я решил взглянуть со стороны. Да, мир иной. В отечестве пророка искать не стоит. Свет не за горой. А та, что так сказала, любит Блока, и Бродского цитирует порой, и мир ее не болен, не простужен, и жизнь ее по-прежнему права, она ничем не лучше и не хуже, она иная, как ее слова. Она поймет и слово, и значение, она найдет и смысл его, и суть, но иногда пока под настроение, пусть будет ня-ня-ня, не без сути. И пусть мой стих до хрипа и до дрожи в других словах живет, но, черт возьми, я счастлив тем, что для кого-то тоже я иногда бываю мимими.